привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео с вами! Сегодня, как всегда, кофе со мной! Сегодня Джонни Флэк, Джекей, Эки, аппетитная попка! И Толь... Ой, и Серёга! Эй, Усама, бойс! Всем привет! Да, сегодня, короче, мы будем проходить, значит, ресторан в Fortnite. Вот, у нас 50 уровней. Поэтому, пацаны, можем, в принципе, уже начинать. Погнали! Так, а чё? Понял? Куда? Это всё, что ли? Одна ёбка такая. Понял, принял. Ай, долети. Ну, слушайте, так вообще изи пока, реально. Да, щелкаются вообще как орешки такие. Да, прям. Вообще, не знаю, мне нравится пока, как выглядит этот десран, прям вообще супер красиво так. А чё это за Джонни? Ты у нас эксперт в Fortnite, а чё это такое? Что именно? Ну вот, видишь, там какие-то такие лучи фиолетовые справа сверху. А, фиолет. Солнце золотое. В смысле, наверное? О, нифига, так по таймингу, типа, надо. Да, вот так, прыгал, оп. Ой. Какая ты, засранка такая-то, ты чисто скинул? Спасите, помогите. А чё тебе помогать там, а? А что тут надо? Можно вот так заранее прыгать, Олег! Ладно, давай, короче, проходи. Не, давай, мраз. Ой. Давай. Блядь! Ать, да, что? Что за бред? Да блядь, Олег! А вот нечего было. Пацаны, я пройти не могу. Слышь, что, а может быть... Подожди, может быть она типа как ловушка идет, может на нее не надо прыгать? Ой, все. Ну-ка. Смотри, может тут надо сразу... Чё за приколы такие, я не понимаю? Что-то мы, знаешь, на самом легком, по-моему, застряли. Да-да-да-да-да-да. Ну-ка, попробуй. Давай, сейчас. Давай, смотри, прыг. Я не успеваю даже. Видишь, она на месте стоит. Короче, все, тут очень быстро надо. Чекай, Серега, ты вообще проходить собираешься сегодня или нет? Ой, Петя, то, что если ты упал, приходится еще дофига ждать здесь. Давай, быстрее, давай. Сюда. Уу! Что? Я понял. Да, ай-яй-яй, почти. На самом реально изичном каком-то моменте просто застрял. Давай. Подожди. О, все, этап пройден. Ладно. Так, а что, куда, погоди? Я... Тут строить вообще можно, нет? Вряд ли. Так, оп. Здравствуй. А что? Нифига себе, ты видел, что справа, Джонни? Смотри, там шары большие падают такие огромные. Да. Давай, может, Серега подождем, а то у Сереги там вообще совсем все плохо. Серега, просто прыгаешь, ты можешь вот сюда смотри. Забрать. Смотри, я вернулся в самое начало, Серега, ради тебя. Смотри. Ну. Прыгаешь так. Вот здесь вот. Потом прыгаешь вот здесь вот. Так ты худой. Вот в смысле худой, ты видишь, какая соседка огромная, здоровая на мне. Ну давай, Серег, давай. Там нет ничего сложного, давай, ну. Оу, что? Давай, Серёж, давай. Вау. Еще раз, смотри, туториал. Прохожу, смотри, раз прыжок. Так. Два прыжок. Так. Потом, смотри, вот здесь вот. Просто, ты шифтом прыгаешь или без него? Ну, у просто тебя автомат... Прыгаю и бегу. Ну, давай, Серёг. Ну давай, Серёжа. Серёга, это первый чекпоинт. Блять. Серёг, ты прикалываешься или чё? Ну ты специально это делаешь, я не понимаю. Да я не специально, вот смотри, вот я стою, да? Ну, вот, ну, ты прям отсюда прыгал. Ну. Вот. Так а зачем ты прямо оттуда? Ты что сейчас сделал вообще? Ну наконец-то! Так, Серег, давай, смотри. Стой. Я все-таки зажимал шифт. Вот, смотри, видишь? Ну вот, все, видишь, Серег! Делов-то, елки-палки! Все, наконец-то! Олег последний. А, ну да. Давай, Сережа, проходи, давай. Так, теперь смотри, прыгай вот сюда, теперь прыгай. И вот на это. О, нифига. Вот. Ага, все. А отлично. Дальше куда? А вот дальше я не знаю, дальше я уже не проходил. Так, здесь. Опа! Смотри, там дается пистолет, спокойно. И там нужно прыгнуть. Это на фикшн. Молодец. Там дается пистолет, и там нужно попасть в кольцо, Серег. О, попал. Вот, золото. Вот он. А все, я молодец. Все. Так, а вот здесь теперь по гидрантам. Это очень легко, да. Как сказать, легко, как бы, кого-то просто легко. По краешку прыгай. Давай. Все. Опа! Изи. Теперь выбирай пистолет. Нет. Ты мое. Он правильный? Подожди, дай я вот этот выберу. Куда я делся? Понятно. Подожди. Так, у Олега правильно. А, все, я правильно выбрал, то ладно. Да. Фига. Серег, ну там, короче, левый туалет надо. Я тоже долго ждал в туалете, там очередь. Пацаны, что вы такие долгие? Я уже далеко ушел. Ой, кто это говорит? Я реально херачить буду, реально. Кто это говорит нам такое, а?
А, у меня не сработал полет, что? Спросите. Полет, в смысле, там не было полета. Ну, типа, ну, ну. Уйма. Уйма. Уйма, его ленчо. Ой, подожди, а что за. Уйма прикольно. Просто батут. А, ты че? Куда? Олег, ты лучший. Ты... Ема прикольно, алло. Ты меня толкнул, блин, нет, слушайте, на самом деле, Дестранд реально да очень классный. Не знаю, я, по крайней мере, здесь вижу такие элементы, которые мы еще вроде даже никогда и не проходили. И он проходит, знаете, типа с кайфом прям таким. Да, типа, налегке. Ты не можешь стоять на секунде, полчаса, час. Ну, чисто все по фасту. Упусти так... момент с Серегой, конечно. Но, можно, да, если закрыть гитарку? Глаза только как бы на это, то тогда как бы да. Так, а где все вообще? Я что-то подожди. Никого... Я уже далеко ушел. Смотри, а куда? Ты нас подождать не хочешь вообще, нет? А, давай, понял, оп, тут оп, вот эти оп, слайды оп, прикольные. Оп, давай. Вот сюда. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Так, не надо вот этой кирпичной. Так, вот своей. Здесь я не знаю, что я еще... О, тут, смотри, тут слайдить надо. Понял. Так, так. Тут блин, легко. Очень круто. О, это еще не конец. Это еще не конец. Там а тебя вверх телепортируют, да? Да. Опа. Ой, блин, помнишь, Олег, когда мы такой тяжелый Детран со слайдами этими проходили? Да, помню, было дело. Вот, Олежка, вот здесь давай. Что вот здесь, подожди. От первого лица там уже тебе идет. А, нифига. Нифига себе, подожди. И че, меня телепортируют куда-то не туда, подожди. Ты потому что прыгаешь. Вот, я здесь. Да ладно, я первый раз играю в Fortnite от первого лица. Офигеть, это круто. Welcome. Да, ну офигеть, это круто, но офигеть, это как тяжело на самом деле. Заходить из страны от первого лица, это, конечно, жестко. Так. 213 уровень, просто играй в креативе, мне уровень дали еще. Лучше, знаешь, лучше смотри в пол и так прыгай. Да, во, вижу. О, все, кстати, прошел. Реально работает. Хорошая схема. Так. Подожди, а вы shift нажимаете? Нет, ну у меня просто автобег стоит. А, да, автобег у нас. О, а у меня, видимо, нет. Я прошел, отлично. Так, а тут прыжок. Не допрыгнули. Прыжок. Прыжок. Допрыгнули. Так. Отлично. Вау! Так, а тут, блин, подожди, а тут что? Через огонь. Подожди, а тут да, как? Ну тут, смотри, типа, один огонь проходит, идешь в центр, ждешь, и потом продолжаешь. Так, блин, ну там дальше прикольно. У меня один огонь горит только. А, вот ну, типа там впереди и сзади, да, впереди и сзади, там так два огня. Так, подожди, Там в трубе потом так прикольно. Вот, а у меня огонь тут не горел, он только загорел. Что за бред? Вот сейчас, вот в центре стойте, вот. Ближе к тому огню, и все, и проходите все, дальше, все. Я прошел. Теперь давай в трубу, там Серег, прикольно. Серег, давай, ща. Давай. Смотри, огонь заканчивай, все, беги. Все, побежали. О, тут прыгать. Да, проходить надо. Спасибо, брат, сказал, что прыгать надо, да. Ну, я надеялся, что ты сам среагируешь, но я надеюсь, там в конце элемент ты быстро среагируешь. О, это тоже от первого лица-то, а? Ну да. Очень круто. И... Гонщик нелегальный. Он среагировал, я думал, что не среагировал. Я не попал. А как ты в дырку-то не попал? Даже она здоровая, такая огромная, большая. Я тоже здоровый. Ну-ка. Да что за приколы? Вот сюда. Попал. Вот сюда. Вот блин, очень классный ты стран, не знаю. Да, он человый очень. Так. А его сейчас эти шары надо. Вот сюда. Вау! Так, а теперь чисто за просто успевать их перепрыгивать, да? Да. Ну я что-то не допрыгнул. О, я, блин, тоже. Блин, ну там еще надо рассчитывать эту дистанцию. Туда-сюда. Прыжок. Перчем. Вот бы какой-нибудь бухоп был бы тут. Блин, мне прямо этот мяч по голове ударил. Понимаю. Идем. А что в трубе? Прыжок. Да он что-то не понял немного. Сосиска просто очень тяжелая, понимаете, у меня очень много калорий, поэтому... А мне кажется, ли она ускорилась или рассинхронилась? Не-не-не, она рассинхронилась. Давай. Дай, блин! Я в ахуе с вас просто. Ой, начинается, постоянно в Fortnite сидит, все знает. Реально, сидит там. Да в смысле? Я Детран, да, при чем тут Детран Fortnite? Это застраивается у меня на Детраны проходить же. Так. О, смотри, последний покажу, Жоня. Чекай просто чекай. Давай. Да! Ну, наконец-то. Ну все. Там прям подряд нужно стрелять. Ой, где? Хорош! А куда я делся? Фига себе! Аллилуйя! Ты теперь я смотрю, прошел, Серег? А где я? А где ты? Так ты прошел или нет? Он стрелять должен по этим кружочкам. Там стрелять надо так же, Серег, в эти мишени. Я вылетел. О, реально, из игры? Прикинь, он вылетел. Бля. Серег, как так? Скажи, пожалуйста, вот как так? Ну, пацаны, и я кушать.
Ага, классно ты устроил, сейчас смотри. Так а? Я тоже кушать хочу. Я тоже кушать хочу, я еще сегодня ничего не ел так-то. Я тоже кушать хочу. И вот я смотрю на вот эту аппетитную сосисочку, я вот просто представляю, как она уже залетает. Так, это за брат, а не сосисочка, ты понял? Ну ладно. Так, аккуратно, аккуратненько, вот здесь. Ну ладно, Джонни, остались только профессионалы, как бы, да? Да, ага, только да, мачо-мены, только мачо-мены сильные. Мачо-мены сейчас пройдут, покажут мастер-класс. Ну да, конечно, после таких слов я вот так вот фейлин, конечно, это да. Безусловно, очень-очень. Вот сюда. О-о-о, а вот это как проходить? Отлично. Ага, а про пробел кто-нибудь? Вот. Вот. Значит, тут можно? Ой, да что ж такое-то со мной сегодня-то, ну? Где весь мой скилл дестрановский-то, а? О! Little bit problem. Ой, где я? Я немного не понимаю, как это быстро пройти. Подожди. Что? А что в воде делать-то? А, тут там надо есть момент, где нырнуть. Где нырнуть, да, надо. Там нырнуть надо под водой, да, прям пройти? Да, да, фига! Да, да. Блин, это очень круто. Вот я реально такое на досране вижу в первый раз просто, не знаю. Это прикольно, это реально прикольно. Это новые крутые элементы пошли, друзья. Так. Ну, конечно, да. Я не понимаю, я проплываю под ней или нет? Вот. Стой, стой. Блядь, а как аккуратно это делать, что? Аккуратно. Все, найс. Так, а о, ты где? Ты где застрял, брат? Здесь. А что тут такое? Давай, сюда. Вот, ну давай, ну просто посмотри, вот что тут делать? Ну, прыгать очевидно. Прыгай. Подожди. Смотри, может, надо подождать? Типа, они видишь, они... Вот, видишь? Она исчезает на какое-то время. Ну и что, ты успеешь допрыгать? А не понял сейчас. А как? Вот я тоже не понял. А как тогда это пройти? Подожди, может, одна из них сбрасывает? Ну-ка. А, нет, не сбрасывает. О, сбрасывает! Вот это сбрасывает! Смотри. Ну, я пошел. Ну, во, и ты вот на вот эту сбрасывающую. Вот, все, все, нормально. Помоги, брат, вот это на последний, да-да, вот просто прыгай. Давай, все, лучше, давай, лучше. Давай. Все, еще. Все, найс. Они фигатываются, они деактивируют, а эти лазеры. Да, да, так, прикольно. Так, смотри, здесь квадрат, пятиугольник, да, да, пятиугольник, круг и треугольник. Короче, так, по фигуркам нужно квадрат угадывать, что правильно, что нет. Потом идет пятиугольник вот сюда. Потом идет круг, да, или треугольник? Ну, скорее всего. Угадывай. Да, круг, да, треугольник. И вот сюда. Найс! Блин, хорош, это очень круто! Да, тут таймер пошел вообще. Ограниченное время, чтобы пройти. Чего? Да я сам ограниченный. Я такое в первый раз вижу. Но это как бы изи. А, и тут тоже, а смотри. Тут? А тут времени тоже поменьше. Смотри, и я не сбрасываю. А, во. Ни хрена ты по таймингу успел. Давай. Фак, не успел. Ой, прости, я не хотел. Стоп, мы прошли! Нет! А, нет, да. Ты че, дядя? Ё-моё. Так, с префом. Раз, два, три. Блин, мне секунды не хватило, чисто секунды! Блин, это очень интересные просто элементы, я не знаю. Я реально такой, ребят, вижу. Давай. И! Найс! Так, брат, тут я тебе помогу. Джонни, где? Подойди поближе, пожалуйста. Подойди поближе. Я не хочу. Понял. Спасибо. Ах ты урод! А я не виноват! Тут от первого лица шипы проходить, прикинь. Фига. Я ненавижу, от первого лица они вообще бага на типа деактивируются. О, а я прошел. С первого раза, брат, спасибо. Прошел. Вот это манс. Там жесткий манс был. Ну давай. Да ты! Хорошо, молодец. Воу! О! От пизделей подальше. О, нифига. Нифига. Давай. Давай, блин, давай, это давай, прикольно. Давай. Это прям неожиданно nice так было сейчас прям совсем. Что? Понятно. Почему? А почему я соскользнул так сразу? Хорошая работа, Олег. Надя, позатыльник. Давай! Да изи, опять не допрыгивай, да? Ой, что, не можешь пройти? Я тебе сейчас как... Я... Вот только попадись мне на глаза. Давай, только давай, попадись давай, мне давай на глаза. О, 132 очки уровень. Очки хотя бы сними сначала. Понятно. Я пока тут по членам попрыгаю. О, блядь. Что? Ты ошибся или... А, хотя какой ошибся? Не, все правильно сказал. Я ж фортнайтер, да. Какой там спину дышишь? Я тебе сейчас вот эту сосиску знаешь куда засунул, Джонни? Ну-ка. Да, блин! Я поторопился сейчас!
Так, отлично. Вот сюда, по болтам сюда. О, через 7 секунд. Ема! О, прошел. Так, а дальше? Вот сюда. Блядь! Найс. Так, чекпоинт подобран. Оп, по тарелочкам, по тарелочкам. А ты где вообще? Я, короче, заплыв на время. О, чё? А, я... Куда? Что? Я прошел, нет? Найс. Тут еще и заплыв так, на время, чего? О, давай. У меня стенка застопила. Я жду. Давай. Быстрее. Ну нет, там уже рыбка не доплывет. Нет! Сосисочка просто. Ладно, как будто в унитазе какаха плавает. Я просто думал, что стены касаться нельзя. Поэтому... Нет. Успею. Давай! Да! На последнюю секунду прошел! Вот эта сосиска может, вот эта сосиска умеет просто. Да, еще подопрыгнем, конечно. Оп. Блин, ой, что-то карландский прыжок был. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Все? Отлично. Воу! Да ты, блин... Да последний болт не заходит! Да что ж такое? Кого? Какой болт, Олег? Чего? Кого? Давай. Сосисочка, оп. Так. Вот, прыгает просто. Найс. На гриле прыгает, давай. Сейчас врежется, отвечай. Нет! Нет! Хорошая работа. На нахуй! Это что такое? Это что было такое? Я так понял. Блядь! А прикинь? А у меня... А, я чекпоинт не подобрал просто. Это минное поле. Так, и чё, и как здесь проходить? Ай, финал. Чё за приколы такие? Просто не наступай на них и всё. Ну да, да, да. На пыль. Да, да, да. Что в слове не наступай, ты не понял. Так, ладно, прыжок. Уф, найс. Прыжок. Все, найс. Все, молодец. Не, сам... А что они скользкие такие? Ну вот, прикол такой тут. Давай. Там будет дальше поприкольнее. И оп. Все. Молодец. Да блин. Да ёлки-палки. Да что? Да ты серьезно, рофлишь что ли? Не, нормально. What? Во. Ты, конечно, ты первый ударил, давай. Куда пошел? Я убегу. Блять! Сука! Бля, вот кемпер. Ну что за бред? Кемпер. А че, почему она? А что? Ну что такое, а? А, вот, все. Ага. Я так и знал. Отсосал? Нельзя доверять. Воу! Ебать! Воу! Что? Что? Куда? У-ху-ху-ху! Чего? Кого? Олег, хорошая работа, мы прошли. Отлично, друг. Подожди, отлично. А вот так? Тут на арабском читать надо? Head fun? Ну да, кроме Сереги, мы head fun, да. Ну слушай, карта, ребят, нереально крутая. Не знаю, мне она очень зашла. Да, она прикольная очень. Как вам понравилось, не понравилось? Ну что ж, на этом тогда сегодня все. Не забудьте пользоваться нашими кодом автора Fortnite. Вот, сами знаете, да, какой у кого код автора, друзья. Ну что ж, на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофи и Джонни Фулджики. Не забывайте подписываться на все наши каналы. Всего до скорой встречи и всем пока-пока. Пока, ребят.